Роман «Мизери» признан одним из самых лучших психологических триллеров Стивена Кинга. Он исследует тему взаимоотношения фанатов и их кумиров. Во что может вылиться слепое поклонение, какие патологические формы оно принимает и к чему может привести. На театральной сцене роман приобретает новое звучание. Сами актеры характеризуют его как триллер человеческих отношений. Как бы очень много в жизни в нашей и семейного насилия, и как бы целые институты работают над этой проблемой. Так что здесь, в общем, как бы триллер вот этой нашей жизни, которая есть в реальности, он здесь существует. Сыграть героев произведения Стивена Кинга тяжело, признаются артисты. На сцене всего два актера, которые держат зал в напряжении более 2 часов. Свет и звук также играют в постановке большую роль и помогают еще больше погрузить зрителя в гнетущую атмосферу происходящего. Существует много более легких спектаклей, более легких произведений, которые тоже имеют право на существование. Мы в подобных жанрах и в подобных формах тоже работаем. Но зрителю очень нравится этот серьез, эта глубина. И вот саровский зритель видит настоящий театр. Это здорово. На сцене между героями происходит настоящая психологическая дуэль. В реальной жизни, как признаются актеры, у них прекрасные дружеские отношения. Это даже интересно, что на сцене вдруг такая борьба, вот, а в жизни мы с удовольствием мило общаемся. И даже наши загородные дачи, они по соседству, и мы иногда ходим друг к дружке в гости. Как рассказали актеры, их спектакль сподвиг уже многих зрителей из разных городов познакомиться с произведениями Стивена Кинга. И начинали они, конечно же, с «Мизери». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».